Жень, ты не обижаешься, когда я говорю тебе, что... Конечно, не обижаюсь, потому что я понимаю, что я выбрала алкоголь, и сейчас мне нужно менять свою жизнь, нужно ставить другие цели, другие приоритеты, менять ситуацию в Украине. Молодец, потому что я что-то забыл тебя спросить, но я думаю, что... Ты должна не просто не обижаться, ты должна даже гордиться тем, что ты нашла в себе эти силы. 20 лет. Мало кто находит в себе силы в 20 лет. 60 говорят, это ты, я не алкоголик. Еле на ногах стоит и говорит, я не алкоголик. А ты это поняла в 20 лет. Молодец, красавица. Ты знаешь, я тебя за это очень уважаю. Красавица. Ты золотой фонд этой организации, понимаешь? Потому что когда человек, допустим, там в 40 лет понимает, в 30, в 50, то как бы тут не вопрос. Ты это сделала. Я 8 лет на телевидении. Молодец. Что новенького у вас там на дому? Да вчера 4 человек принесли. Принесли или привезли? Притащили. Фактически принесли, да? Да, привели. Откуда они? Познакомилась? Ну, там две девчонки, они что-то не успели на какой-то автобус, потерялись. Бухие были, нет? Ну так, немножко. Все были немножко буховатые. И два парня тоже гуляли по вокзалу, потерялись тоже. И мы их привели, помыли, одели, накормили. И двое утром ушли, да? Да нет, еще пока не ушли. Пока еще ничего не понимают. Как обычно, как всегда. Но мы думаем, что пообщаемся с ними и приведем их к пониманию, что жизнь нужно менять. Не разговаривай с тобой. По-любому можно зайти в нашу центр. Расскажи свою историю. Любой расскажи. Что такое? Я ничего, я просто любой расскажу очень интересную историю своей жизни. Ну так вот. И я же умею. Допустим, эту историю писать, это хорошая. Это даже не реклама, это просто как пустота в руках. Ты мне уже гадок и по-моему. Алкоголь. Это мне глюки. Толя, привет. Иди расскажи. Это глюки? Ты не слышишь? Я тут стою. Значит, у меня. Я работаю стою. А ну а с чем ты зараз стоишь? Опять мы не всегда с удовольствием. Мы хотим, чтобы к нам люди приходили в гости, журналисты, телевизионщики, кто угодно. Пусть придут к нам, пусть посмотрят, как мы живем, пусть задают вопросы людям, которые там находятся. Да, к нам пришел, как он, Иванец. Да, остался доволен. Ну так, знаешь, а вот такой, ты как кем вышелся? Он пришел сам, мы здесь познакомились, дали визиточку, рассказали немножечко о себе, он пришел, посмотрел, остался очень доволен, правда, не ответил, но все равно. Он такой, что больше ждался до конца. Знакомились с социальной соцзащитой. Ждем их, чтобы они пришли к нам, посмотрели. Никто не приходит. Нам просто приходится кричать о себе. Кричит, а. Ну вы кричите шепотом. Я конечно, меняюсь, но надо. Тихо. Сейчас увидишь, как человек кричит. Каждый день тут стоит. Плакат.